Всем привет! Меня зовут Алексей, это канал Огорошкин. Сегодня 12 декабря 2021 года. А ко мне уже пришли две посылки с черенками. Вот я сейчас буду их распаковывать, смотреть их состояние. Сейчас покажу вам, как запакованы. Ну вот, из Витебска пришла посылка вот в таком виде запакована. Не знаю, что там внутри. Сейчас буду вместе с вами распаковывать. И из Гомеля вторая пришла. Вот она так запакована в пакет. Сверху почтовая лента. Ну, с указанием адресов, получатель, отправитель. С чего? Давайте начнем с витебской посылки. Распакуем, посмотрим, что здесь пришло. Тоже мне интересно. Так. Ну, здесь, значит, в газету скотчем обмотано. Поэтому давайте я сейчас ее распакую и посмотрим. Потому что я, ну, примерно представляю, что, потому что могло чего-нибудь не оказаться, или, знаете, как бывает, черенки не в очень хорошем состоянии. Этот год был такой не лучше для вызревания лозы. Поэтому сейчас откроем. Посмотрим. Так, ну скотча как-то многовато. Конечно. Потом я после этого, конечно, упакую это все по-своему. Потому что если бы, скажем, я бы его не раскрывал, то я бы так и оставил. Потому что, по моим наблюдениям, ну да, достаточно взять пакетик, замотать. Потом я, знаете, как-то один раз брал, газетку смачивал, сбрызгивал водой, и также вот так, также потом газетку чуть-чуть влажную, и потом какой-нибудь мусорный пакет, и закрывал это все. Так, ну здесь тоже так, скажем, надежно все заклеено. Поэтому... Все это будет потом запаковано по-другому. Так, вот черенки. Сейчас тут еще связываем. Ну, вот так вот визуально я вам скажу, черенки в отличном состоянии, подписаны, три почки, а вот это вот жирующая лоза была, три почки. Кстати, вот дубовский розовый, я в прошлом году тоже покупал, там из-за моих каких-то неправильных действий, он у меня не пророс, вот тоже была жирующая лоза. Так, ну давайте по сортам. Это Рэмбо. На три почки. Ну, черенок хороший.
Так, вот четыре почки. Это карнавал. Ну, тоже состояние черенка хорошее. Это, как я уже сказал, дубовский розовый. Но такая жирующая лоза. И междоузлы очень большие. Честно, даже не знаю, что с ним делать. Ну, пойдет. Вот еще черенок на 4 почки. Это Каталония. Хороший черенок. С карандаш толщиной. Без болячек. Все обрабатывалось. За лозой смотрели. Это Ливия. 2-4 Ливия на 5 почек. Тоже отличный черенок. Вот такой с хорошей карандаш толщиной. Так, а здесь два черенка смотаны. Это значит одного сорта. А, это я Юпитер заказал. У меня растет Юпитер, но я его покупал в магазине. Поэтому вот чуть-чуть сомневаюсь в этих магазинных покупках, правильно ли соблюдены там сорта. Поэтому вот заказал, и мне вот прислали два черенка. Один с карандаш толщиной, один потоньше. Но вот технический сорт пусть будет. Во всяком случае, у меня была сигнальная гроздь в этом году Юпитера. Будет с чем сравнить. Так или не так. Так. Эту сторону уберем. То есть здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 6 форм. Сейчас давайте гомельскую раскроем. Хотелось бы, конечно, это все побыстрее сделать. Так, а вот здесь даже с перечислением стоимости и тех форм сортов, которые мне прислали. И здесь 10 черенков. Да, упаковано, конечно, на славу. Поэтому сейчас вот попробую быстрее. Я в прошлом году что-то здесь у меня уже продублировал я, потому что в прошлом году я нахимичил, поставил в первый день. Уже на проращивание и забыл про них. Накрыл пакетом. Ну, значит, хотелось на часик. Укрыл и забыл. Еще они у меня где-то возле батареи там остались. Представляете, я когда об этом вспомнил, через дня 3, наверное, там у меня проснулись 3 почки. То есть я создал парниковый эффект, накрыв пакетом и возле теплой батареи. И у меня выстрелили по 3 почки на каждом побеге. То есть и спящие, и замещающие, и основные. И потом у меня начались, там, скажем, танцы с бубнами. Ну, наверное, из 10 я только сумел штук 5 сохранить. Поэтому даже с ними непонятно. Они проросли, да, и я их посадил, и они росли. Но этот год такой был холодный. Я в роликах показывал, когда укрывал на зиму, они были зеленые. Ну, лоза зеленая, не вызревшая. Поэтому я еще не знаю, что с ними будет. Поэтому здесь какая-то часть я на всякий случай продублировал. Не хочется терять время, поэтому лучше пусть будет с запасом это все у меня, чем я потом буду опять еще что-то дозаказывать. Хотя я и так буду еще дозаказывать, потому что, скажем,
не все смогли мне прислать, что я хотел. Поэтому в следующем году я тоже еще буду дозаказывать черенки. Так, ну наконец-то. Здесь лоза, ну я бы сказал, вообще вот визуально в идеальном состоянии. Ну вот один какой-то чуть-чуть. Ну это видно, где проволока подтирается. Вот. Давай, ну вот видите, целая кучка. Причем я вот поназаказывал, я даже не думаю, хотя бы если это все прорастет, чтобы было место, куда посадить. Ну, место, конечно, есть. Так, давайте по сортам. Это красава. А, и этикеточки, и еще подписано по лозе. Это красава. Красава. Раз, два, на три почки. Вот еще на три почки. Междоузлие очень большое. Это память учителя. Так, здесь на 4 почки. Это Бруно. Бруно. Ага. Бруно, Бруно. Вот мне Бруно положили 2 черенка. 2, 4, 5. Один на 5 почек, второй на 4. Но вот этот, который на 5 почек, он потолще с карандаш. Этот чуть потоньше. Но выглядят визуально идеально. Вот два Бруно. Так, это Гелиодор кишмиш. 2, 3. Три почки. Ну, скажем, я так старался заказать вот эти последние формы. Наши, как сказать, нашумевшие или то, что мне понравилось. Так. Это памяти учителя. Памяти учителя. И памяти вот Бруно 2 и памяти учителя 2. Ну, я уже думаю, что мне, наверное, все здесь по 2 положили. Так, это Атос на 2 почки. Но Атос мне еще 3 черенка подарили. Поэтому у меня уже Атоса, если прорастет. Так, Валек еще. Так, ну Байконур. Вот да, заказывал я еще Байконур. Мне понравился. Это еще Валек. Да, вот вы знаете, мне человек продублировал, наверное, каждой позиции по 2. Вот еще Атос. Был Атос. Ох, какое большое. Вот 3 почки. И какое междоузлие большое. А, ну это дынька. Дынька, ну мне понравилась дынька и цвет, и форма ягоды. Ну, конечно, междоузлие очень большое. Ладно. Ну, идеальное состояние лозы. Так, это черный кристалл. Ну, такой хороший черенок. Тоже на 3 почки. Что у меня здесь еще есть? Это альянс. Альянс тоже на 3 почки. Так, ну это еще альянс. Ну, Александр, если смотрите, большое спасибо, конечно, вот каждой формы по 2 черенка продублировано. Хотя черенки в идеальном состоянии. Ага, ладно, это я на потом оставлю. Так, это еще Байконур. Это у меня красава. Так вот, что оставил на потом? Ну, обалденный человек. Огромное ему спасибо. Вот с пометкой в подарок. 2 черенка в подарок. И знаете каких? Бананас. Я вам скажу так. Вот бананас я хотел заказать, но чуть-чуть сомневался. Вот посмотрел формы, все, и вроде бы все идеально, все хорошо. Но вот что-то вот
хотел, но не заказал. Ну, наверное, с мыслями, что если где-то на выставке буду, попробую, может быть, и посажу. И второй черенок тоже с пометкой в подарок. Это кишмиш бесподобный. Честно, не помню. Не помню. Ну, а насколько я видел стенд Александра, то все достойно, все формы винограда очень достойны. Поэтому огромное ему спасибо. Вот два черенка мне достались в подарок. Огромное спасибо. Ну, давайте пройдемся тогда. Значит, во второй посылке из Гомеля от Александра Атос, Валек, Байконур, Дынька, Черный Кристалл, Альянс, Бруно, Гелиодор, Красава и Памяти Учителя. Ну вот. И если у меня это все прорастет, и я получу там сигнальный урожай, и дальше это все будет расти, то я посчитал, у меня будет 28 кустов. Единственное, что вот, скажем, я изначально беспорядочно все это сажал, и сейчас я, когда сделал табличку, скажем, по срокам созревания, по окрасу, то вот кое-что надо было пересадить. Поэтому, конечно, желательно, если вдруг вы решили, вот, что вам надо виноград, и вы будете заниматься, то берите сразу вот такую охапку, расчерчивайте, смотрите, как у вас солнце, где заходит, где восходит. Поэтому вот такие две посылочки, вот такое вот видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этих сортах. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока.